В Хабаровске задержан 26-летний предполагаемый убийца, который пытался замаскировать преступление под пожар. Трагедия произошла на улице Бондаря ранним утром 24 февраля. Кто-то из жильцов подъезда, почувствовав запах дыма, вызвал пожарных. Дверь в квартиру, из которой тянуло гарью, никто караулом не открыл. Проникать внутрь пришлось через окно. Возгорание спасатели отнесли к категории мелких пожаров. В комнате лишь слегка погорели вещи. А вот хозяйку жилья нашли мертвой. То, что смерть девушки носила криминальный характер, расчет и поняли сразу. У жертвы была проломлена голова. На присутствие в доме посторонних указывали и открытые газовые конфорки, будто кто-то специально заметал за собой следы, надеясь, что утечка пропана приведет к масштабному пожару. К делу приступили полицейские и представители Следственного комитета. От родственников погибшей они узнали, что девушка долгое время встречалась с неким молодым человеком. Он и стал главным подозреваемым. После задержания фигурант рассказал, что расправился со своей возлюбленной из-за обиды. В ходе застолья молодой человек стал предъявлять девушке претензии по поводу того, что она не сдержала своего обещания, не отмечала вместе с ним праздник 23 февраля. На этой почве между ними произошла ссора, в ходе которой молодой человек нанес девушке несколько ударов металлической мясорубкой по голове. Следователи говорят, что подозреваемый юлить уже не пытается. Он дает показания, признавая свою вину. Попытка взорвать квартиру при помощи бытового газа в объем обвинения не входит. С места происшествия Валентин Борозняк, Анастасия Кузьмина и Юрий Золотарев.